спонсор выпуска – продавец света. Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто мои зрители канала «Добра и позитива». Говорит и показывает Москва, Россия. И в сегодняшнем выпуске я бы хотел поговорить на тему сборки чемодана. Пора в отпуск, и самое время собрать правильно чемодан и ничего не забыть. Как же это правильно сделать, как раз сегодня и пойдет так, об этом речь. Не буду говорить, что чемоданы существуют разные, то есть их превеликое множество. Есть чемоданы, скажем, выходного дня, есть чемоданы на всю семью, есть детские чемоданы. Короче говоря, куча-куча разных всяких дорожных сумок, разных всяких маленьких сумочек дорожных и спортивных, и больших, и маленьких, короче, превеликое множество. Итак, давайте обо всем по порядку. Прежде всего, перед тем, как вы отправитесь в отпуск и, скажем так, захлопните свою входную дверь вашей квартиры или вашего дома с упакованным чемоданом, все правильно, нужно правильно подобрать вещи и подготовиться. Что же для этого нужно? Я лишь расскажу свою точку зрения и так, как я это делаю. Поскольку я часто путешествую, часто перемещаюсь в пространстве, да, езжу по разным странам и континентам. Итак, я вам рекомендую составить список. Список всех необходимых вещей, которые вам пригодятся или могут пригодиться в вашей поездке. Что я имею в виду? Во-первых, я вам не рекомендую список составлять, там, например, накануне вашего отъезда. Сделайте себе такую вот небольшую пометочку, такую небольшую бумажку где-нибудь, приклейте ее на видное место, к примеру, около кофейного аппарата или около холодильника, и постепенно вписывайте туда то, что, как вы считаете, вам будет необходимо в вашей поездке. Давайте я расскажу о своих каких-то тонкостях и секретах в сегодняшнем выпуске. Первое. Как и я уже сказал, я подготовил список тех вещей, которые я бы хотел с собой взять, например, на короткие выходные дни, например, на 3-4 дня. И для этого мне пригодится небольшой чемодан, абсолютно отвечающий всем моим требованиям. Да? Как я уже сказал, я заранее подготовился и составил список вещей. Итак, что же мне пригодится? Например, если я еду на 3-4 дня, значит, мне пригодится как минимум там 2 рубашки и 2 майки, да? 2 комплекта нижнего белья, 2 пары носок. В принципе, можно взять одну обувь и одни тапочки. Это вот что касается одежды. Это первый пункт. Второй пункт – это аксессуары. Что я имею в виду? Либо это бабочка, либо это галстук, если у вас будет деловая встреча в вашей поездке. Либо это запонки, либо это, к примеру, какие-то еще аксессуары, которые вам могут пригодиться в вашей поездке. Они у всех разные. Дальше. Техника и зарядные устройства. Мы часто берем с собой телефон и забываем, например, про зарядное устройство к вашему там телефону. Потом может, например, вам немножко испортить вашу поездку, потому что вы будете бегать либо по отелю, либо по близлежащим магазинам, спрашивать и искать везде зарядное устройство, что, как мне кажется, наверное, неправильно. Поэтому лучше заранее вписать зарядное устройство в ваш список. Дальше. Неважно, мужчина едет или женщина, я вам рекомендую все-таки взять необходимый набор косметики, либо это будет, если мы говорим про мужскую поездку, например, в данном случае про мою, то есть я с собой всегда беру электробритву, станок для бритья и, скажем так, какие-то небольшие, например, банки для шампуня и геля для душа. Почему? Потому что большие банки, их неудобно возить, тем более на 3 дня, факт, что вы их не истратите. Поэтому я вам рекомендую все-таки брать вот такие вот небольшие баночки. Они абсолютно есть разные, можно даже их перелить, например, в какую-то небольшую, например, бутылочку, да, из-под чего-то, например, ваш шампунь. Точно так же я вам рекомендую брать, например, небольшой флакон духов там, или вашего одеколона любимого, а маленький флакончик. Для этого можно купить просто дорожные как бы парфюмированные наборы. Да, их тоже куча разных, абсолютно на любой вкус и цвет, то есть нет никаких проблем. Итак, документы и лекарства. Я вывел это все в отдельный пункт. Почему? Потому что, как правило, при выходе, например, из дома и садясь уже, например, в такси, вы вспоминаете, ой, я забыл, например, там паспорт или билеты, или посадочный талон, если вы летите, например, уже зарегистрировались на рейс, там электронный билет ваш.
Поэтому лучше я вам рекомендую документы, после того, как вы собрали чемодан, положить всегда сверху на чемодан. Вы точно их никогда не забудете. Дальше, лекарства. Если вы едете на 3 дня, то есть я вам все равно, и неважно, даже может быть вы и на 2 недели едете, я вам рекомендую все равно с собой возить маленькую аптечку. В аптечке у вас должны быть элементарные какие-то вот предметы первой необходимости, это там, ну я не знаю, там аспирин, там бинт, вот какие-то вот такие вот вещи, да, чтобы если, не дай бог, там что-то поранились, там пластырь, кстати, я вам тоже рекомендую брать, потому что иногда бывает, где-то там поранишься, поцарапаешься, пластыря нет, и за этой мелочью приходится всегда и бежать в какую-то близлежащую аптеку. В принципе, это можно всегда купить на месте. Вот. Но я вам рекомендую все равно это все-таки возить с собой. Это, мне кажется, тоже вам облегчит вашу поездку. Итак, документы, лекарства. Мы все собрали. И я вам еще рекомендую все равно брать в поездку вот такой вот безмен. Для чего? Для того, чтобы вы всегда могли контролировать вес вашего багажа. Как известно, в основном на всех авиалиниях разрешенный вес багажа это 20 кг на человека. Если мы говорим про круизы, то там ограничений по весу нет. То есть, но про то, как собираться в круизы, я, наверное, сделаю отдельный ролик. Итак, значит, безмен мы взяли. И я вам рекомендую всегда в поездке, если вы покупаете какие-то подарки, какие-то сувениры, какие-то, не знаю, там, штучки-дрючки, вещи, ботинки, обувь, всегда следить за вашим весом. Для этого вам всегда, как я уже сказал, пригодится безмен. Он мало весит, его можно всегда бросить с собой в чемодан, и нет никаких проблем. Итак, значит, в принципе, основное мы как бы написали наш список, начинаем упаковывать чемодан. Ну, в принципе, на 2 дня мне пригодится вот такой вот небольшой чемодан, в который как бы я уже положил, к примеру, одну пару обуви, на всякий случай, чтобы ноги не натереть. Потому что иногда бывает, когда вы ходите в городе, например, в одной обуви, вроде как бы не натираете, потому что то в машине, то в офисе, то еще где-то. Но если вы, например, по Европе за 3 дня там большое количество километров собираетесь пройти, например, по старой части там Парижа или Рима, вы 100% натрете ноги. Поэтому, может быть, есть смысл взять с собой запасную обувь. Итак, взяли обувь и взяли, соответственно, несколько рубашек и несколько маек. Итак, для того, чтобы сэкономить место в чемодане, я вам рекомендую майки, для того, чтобы они у вас и не помялись, заворачивать вот в так называемую трубочку. Вот так вот. Аккуратненько, чтобы они у вас были только что как бы отглаженные. Да? В принципе, в таком виде ваша, соответственно, ваша кладь в чемодане будет занимать меньше места, чем обычно. Это мой вам совет. В принципе, всегда в отеле, например, там, приезжая куда-то, вы, я думаю, без труда найдете утюг. Если даже что-то у вас промнется, всегда можно будет это прогладить. Утюг я вам не рекомендую брать, тем более в большинстве отелей запрещают использование там электрочайников и утюгов. Поэтому лучше не таскайте, это просто напрасный труд. Итак, вы видите, да, на мне вот такую вот замечательную подушечку, да. Тоже рекомендую вам все-таки ее взять в полет, потому что если полет, например, дальний и долгий, то она вас реально может выручить, вы спокойно можете там поспать и какое-то время провести в комфортных для себя условиях. Итак, скрутили маечки, скрутили ботинки, как вы уже поняли, да, если вы с собой берете обувь, то вот это пространство от обуви, которое находится внутри ботинок, тоже можно использовать для, например, перевозки каких-то тех же самых флакончиков, да, которые можно спокойно, без труда положить в ботинки. И без проблем все это дело упаковать также в ваш чемодан. То есть с этим тоже проблем никаких не будет. По поводу жидкостей, да, вы знаете все прекрасно, что существует ограничение на провоз жидкостей. По-моему, с Олимпиадой связано, что сейчас уже и 100 мл нельзя проводить в самолете, даже в ручной клади. Поэтому я вам все рекомендую, все жидкости, одеколоны, духи, там, туши, там, не знаю, все подряд. И колющие, режущие предметы все тоже перевозить в вашем чемодане, чтобы у вас их просто не отняли на таможне. Это мой вам совет. Значит, из таких еще, как бы, да, важных вещей, которые я вам все-таки рекомендую взять в дорогу, это зонтик. Потому что, как правило, мы про зонт всегда забываем. Всегда приходится где-то у каких-то там уличных торговцев покупать какие-то китайские там зонтики по 3 евро. Да, вы мне скажете, что его можно выкинуть, да без проблем. Но все-таки мне кажется, что зонтик, привезенный из дома, он мало места занимает, он всегда вас будет, не знаю, согревать и, скажем так, уберегать вас от плохой ненастной погоды. Зонтик положили тоже в чемодан. Итак, для еще вот комфортного, скажем так, пребывания именно в самом самолете, как я уже сказал, вам пригодится вот эта вот замечательная подушка и вот такие вот вещи, как, например,
так называемые очки для сна. То есть я вам тоже рекомендую их взять. В принципе, на таких уважающих себя авиалиниях эти очки даются как, не знаю, некий такой презент и подарок просто бесплатно. И рекомендую вам взять вот такие вот носки, если тем более у вас идет такой длинный, долгий перелет, например, или даже с пересадкой. Эти носки всегда можно потом в аэропорту где-то выбросить, там, но вам будет всегда комфортно и удобно в них находиться. И на обратную дорогу точно так же рекомендую вам взять второй комплект таких носочков. Тоже, в принципе, вам будет просто комфортно путешествовать. Это такой маленький совет. Значит, дальше. Из того, что я вам рекомендую еще взять с собой в дорогу, это вот такую вот обычную упаковочную пленку и скотч. Для чего? Если вы вдруг, например, решите купить что-то, например, ну не знаю, какой-то сувенир, какую-то банку оливкового масла, там, не знаю, какую-то стеклянную банку с какими-то пепперони, там, и все остальное, для того, чтобы вам не испортить ваши вещи, когда вы будете обратно лететь и сдадите все это в багаж, я вам рекомендую все это дело аккуратно замотать пленкой и скотчем. Это наверняка, даже если произойдет какая-то утечка в этой жидкости или, не дай бог, разобьется, то это однозначно все будет у вас, скажем так, в рамках этого пакета, кулька, да, то есть все остальное у вас, все вещи будут сухие и чистые, что тоже важно. Так что я вам рекомендую вот пленку и скотч тоже всегда возить с собой. Это мало места занимает и практически ничего не весит. Дальше. Я вам рекомендую в дорогу взять вот такие вот, ну, пакеты для вина. Для чего они нужны? Ну, в принципе, они продаются там, можно в интернете посмотреть, их куча разных. Вот это вот одной фирмы, это другой фирмы. Я их давно и долго уже использую. Даже была какая-то реклама, что сбрасывали, например, с 5-го этажа вот в этом пакете бутылку вина. И, соответственно, в чемодане. И она разбивалась, но все вещи, находящиеся внутри чемодана, были сухими и чистыми. Она упаковывается абсолютно спокойно вот в такой вот пакет. То есть тут специально есть такая, скажем так, защелкивающая такая бумажка, ну типа такой, как молнии, да, вот. И у вас абсолютно ваш пакет герметичный. То есть вот такие вещи я вам тоже рекомендую брать с собой. Хотя бы 2-3 пакета всегда, мне кажется, можно будет тоже возить с собой в чемодане. Ну и, как я уже сказал, без мен. Так, дальше. Из, к примеру, таких вещей, как маленькие такие вот сумочки, да, я вам рекомендую, вот как я вам уже показал в самом начале нашего выпуска, взять с собой 2 маленькие дорожные сумки. 2. Почему 2? Потому что одну можно положить в, например, сумку, которая будет у вас в ручной кладе, то есть вы ее всегда можете брать в эту сумку. Если вы, например, в магазине Duty Free или еще где-то в аэропорту что-то купите, то у вас будет еще, в принципе, возможно, какая-то возможность положить в дополнительную сумку те же там, не знаю, банки, бутылки, сувениры, там, какую-то картину, если приобретете, или еще что-то. А вторую сумку я вам рекомендую убрать правильно, в ваш основной багаж. Для чего? Для того, чтобы когда вы будете тоже на отдыхе, если захотите купить себе что-то там крупное или габаритное, вы всегда ту сумку сможете дополнительно сдать в багаж. И всегда следите за весом вашего багажа. Это вот что касается как бы сборки самого чемодана. И я вам еще рекомендую, в принципе, всегда в отель брать с собой свои домашние тапочки, либо резиновые сланцы. Во-первых, даже лучше резиновые. Почему? Потому что не все отели дают тапочки одноразовые. И приходится, например, ну, иногда я вот сам в такие ситуации попадал, ходить босиком, что не очень приятно. Особенно, когда ты идешь, например, в душевую кабину мыться. Неизвестно, как все это дело обрабатывается. Поэтому я вам рекомендую всегда с собой возить вот такие обычные резиновые тапочки, которые у вас будут, соответственно, помогут вам просто для комфортного отдыха, находясь в вашем отеле, там спокойно расслабиться. Тем более, они домашние свои. И еще, если вы едете, например, куда-то на море и планируется, к примеру, купание, либо в бассейне, либо в море, я вам рекомендую всегда в дорогу брать 2 комплекта плавок. Почему? Потому что вы искупались утром, пришли в отель, пока пообедали, позавтракали, после обеда собираетесь идти, например, на пляж или в бассейн, а плавки мокрые. Некомфортно одевать мокрое белье, поэтому я вам рекомендую все-таки брать с собой в дорогу 2 комплекта плавок. Вот, в принципе, все такие вот нехитрые какие-то вещи, которые я использую в своих каких-то вот поездках, да, не судите строго, пишите в комментариях то, что, может быть, я забыл упомянуть в этом выпуске, давайте пообсуждаем это активно все в комментариях, напишите, как вы собираетесь, вот, что вы кладете в чемодан, давайте поделимся этим своим неким опытом, да, вот, ну и забегая вперед, я хочу сказать, что
Да ничего не хочу сказать. Всем добра и позитива, короче говоря, можно долго чего говорить. Все, собрались в чемодан. И самое главное, не забудьте с собой мани-мани, деньги взять, потому что они вам пригодятся в поездке. Все, с вами был Сергей Симонов. До новых встреч. Чао, пока, скоро увидимся. До новых встреч.